писал из Парижа сквозь страны дальние. Немножко не так раз все слышишь. А слова просто все вот как гимн сегодняшний. Ну, вы, конечно, обратили внимание, что одна песня была одноголосной. Так она и записана, Ванечка. Одноголосно за духи, а еще на смерть Хмара тоже это слово было. В Джаманде или Воле. Вот, и там есть такое выражение воздушных птиц мати. Вот это вот мать обращение к императрице. Может быть, они так и думали, когда пели себе дома забавную песню. Ваня тут рассказывал, а не песня. А вот само звучание и мелодика, и фактура, как-то удивительно легко мне походишь. Верно, как-то родное. Ну вот, а теперь зато будет совсем другое. Будет из нового Иерусалима два, да? Богородица Дева и Обезгодняя Всерадость. Ну вот первый из них, он не подписан Германом, но он, скорее всего, тоже его, судя по фактуре. А второй, это один из воскресенских гимнов Германа, там висит подпись в России. Мокрость их на слух не различается, а вот колокольные перезвоны, которые будут славиться потом в 19 веке, ну скажу, Святый наречен.
какая-то свежа в памяти. Вы, конечно, заметили разницу, насколько свободно пели в первой половине, импровизируя, варьируя, добавляя всякие штучки. Настолько строго вот эти римские партитуры, которые поются как святыни, они там написаны. А те можно петь по-разному. Их по-разному записывали в разных песниках. И иногда вот я Иванечке рассказывала, что знаю я такую песню, которую человек записал все строфы один голос. И там от строфы к строфе есть изменения. Конечно, тут поется крещённый текст, потому что 13 строф, но это по инерции, 13 строф очень часто бывает, их трудно спеть. Но основные какие-то вот идеи выдержаны. Вот. Спасибо вам большое. Значит, вот я представляю. Спасибо вам большое, и чувствуется, что вам самим нравится. Это очень важно. А это передается и нам, слушателям. Спасибо большое. Продолжайте в том же духе. С любовью, Света, очень с любовью. Просто... Вот, пожалуйста. В принципе, спасибо. Ребята, достаточно большой репертуар, могут быть большие программы, так что да. Если возникнет.